Учебный год не за горами, и многие родители уже сейчас задумываются о покупке одежды для любимых детей. Более 50 видов школьной формы нижегородского производства можно будет купить на нижегородской ярмарке. И что особенно важно, по ценам производителей. Чтобы нижегородцы смогли купить продукцию без наценки, губернатор Валерий Шанцев дал поручение организовать бесплатные торговые места для предприятий производителей школьной формы. На ярмарке будет представлено более 50 наименований одежды школьной формы. То есть фактически жители Нижегородской области могут прийти и в одном месте купить полный комплект. Задачу, которую поставил губернатор, это в первую очередь дать возможность нижегородцам, жителям Нижегородской области приобрести в преддверии нового учебного года школьную форму без торговых наценок. Мы, получив поддержку правительства, которое оплатило участие на выставке, смогли предложить изделия по ценам таким же, как мы предлагаем у себя на предприятии. Никаких дополнительных торговых наценок мы не сделали. Производители школьной формы заверяют, все изделия высокого качества, удобные и, самое главное, безопасные. Качество обязательно. Своих также одеваем в эти же формы. И уже знаем, как они сидят и все. Какие недоделки. Ярмарка продажи школьной формы проходит уже не первый год. Постоянные покупатели отмечают не только высокое качество школьной одежды нижегородского производства, но и доступные цены. Качественная, хорошая форма, для того, чтобы кожа дышала, чтобы мальчишки все равно бегают, потеют, хочется качественную купить форму. Не хочется идти на рынок, чтобы... На один раз. Хочется уже долговечно. Выставка-ярмарка будет работать ежедневно с 30 июля по 31 августа с 10 утра до 7 часов вечера.